Польше сбили велосипедистку. На кадрах видно, что женщина соблюдает правила дорожного движения и не успевает даже затормозить, прежде чем ее сбивает автомобиль. По сообщениям СМИ, за рулем «Опеля» находился россиянин. По предварительным данным, он потерял контроль над авто, въехал в дорожный барьер, отскочил от него и сбил велосипедистку. Водитель машины, по словам очевидцев, пытался скрыться, но его задержали свидетели происшествия и сотрудники полиции. Позже выяснилось, что мужчина был пьян. Узнай больше о событиях Калининграда на Первом городском телеканале. Следи за городом.